Итоги городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2014» подвели в областной столице. В этом году за победу в творческом состязании боролось рекордное количество участников, причем не только молодых учителей, но и будущих педагогов. О том, кто удостоился высокого звания «Педагог года», узнавала Арина Прахова. На протяжении 3 дней молодые математики, географы, педагоги начального и дополнительного образования, учителя русского языка, литературы и физической культуры боролись за победу в конкурсе «Педагог года». Выступали на сцене с визиткой, вели открытые уроки в классах и даже защищали педагогический проект «Моя инициатива в образовании». Лучших определяли по 7 номинациям и уже среди них выбирали абсолютного победителя. В этом году звание «Педагог года» получила Ирина Жирохова, учитель математики школы номер 21. Педагог с 4-летним стажем в конкурсе принимал участие впервые. Во-первых, опять же, показать себя, то есть какой я специалист, какие у меня есть идеи, быть может, это кому-то пригодится, поделиться своим опытом с участниками, с молодыми специалистами. Ну, конечно, самооценка-то повысится, то есть можно будет дальше уже участвовать в каких-то других конкурсах и уже с более уверенностью идти к детям в класс, что я все-таки уже каких-то высот достигла. Впервые в этом году за победу боролись будущие учителя, студенты Вологодского государственного педагогического университета. А количество участников состязания оказалось рекордным. За почетное звание боролись более 40 педагогов из 33 школ города. Большое внимание конкурсу говорит не только повышение престижа профессии, говорят специалисты, но и способствует развитию уровня образованности вологжан. Арина Прахова, Антон Лукьянов, Вологда Портал.